Да, Лер, поздравляем вас с победой. Насколько сложно было сегодня взять эти 3 очка? Ну, сами видели на поле, что было непросто, так как пропустили немножко. Психологически так надломил нас этот пропущенный гол, но показали характер, отыгрались. И удалось второй забить. Здорово победили. У нынешнего «Зенита» есть такое качество, когда команда первая пропускает, она психологически не ломается до конца, хотя это присуще многим другим командам. Как этого удалось достичь? Почему вы так спокойно воспринимаете? Но это неправильно, то, что мы позволяем сопернику забить первыми. Это нужно менять такую тенденцию. Но мы играем на домашнем стадионе, столько болельщиков нас поддерживает, так что мы не имеем права опускать руки, должны играть в атаку и исправлять счет. Расскажите о забитом мяче, который вы сегодня сотворили. Вы пробили в ближний угол, если нам не показалось. Это же было не случайно, и это был далеко не простой удар. Да, Артем здорово дал мне наход, выбежал 1-1, ударил, забил гол, слава богу. Мяч залетел в сетку, выиграли. «Зенит» сыграл со всеми командами из своей группы по Лиге Европы. Кто из них сильнее? Можно ли кого-то выделить? Нет, не смогу выделить, так как с каждой командой нам приходится достаточно тяжело. И я не могу выделить явного фаворита среди этих 3 команд. Расскажите, как вы себя чувствуете? Ну, судя по тому, что были на поле, все более-менее в порядке, но после матча с «Динамо» казалось, что у вас там что-то серьезное. Легкое сотрясение получило немножко, так поплыл на поле. Если так можно сказать. Сейчас чувствую себя замечательно. Да, в тот же день все прошло, там был в больнице, все проверили, все отлично. Со здоровьем все нормально.